Всем привет! Я Степан Маслов, и сегодня я хочу рассказать вам, как можно быстро и красиво утопить свой мотоцикл. Ну а если серьезно, хочу представить вам свой новый проект вот этого красавца Kawasaki KX450F 2017 года выпуска. Примерно полгода назад я решил построить байк, на котором можно будет проехать по воде. Многим известен экстремал Робби Мэдисон, который проделал подобное в США. Такой проект в России будет впервые, именно в том масштабе, в котором задумал его я. Он будет состоять из нескольких этапов, но об этом чуть позже. А сейчас я хочу рассказать вам о том, что уже сделано, что мы уже построили и как мы обучаем ездить его по воде. Как вы уже можете видеть, полностью изготовлен каркас подвесных лыж. Для основы мы выбрали алюминиевый металлопрофиль. За основу нижней части мы взяли полиуретан листовой, и передняя и задняя лыжа регулируются во всех плоскостях, то есть можно настроить их под любой уровень заезда в воду, можно заехать с берега, можно прыгнуть с трамплина, то есть все это настраивается, ну, с этим учетом мы все это и делали, строили. Основной загвоздкой и тормозом данного проекта была вот эта вот замечательная, красивейшая, просто какая-то неадекватная покрышка. Ну, естественно, у нас в России ее не купить, понятно, что это дело все пришлось заказывать в Штатах. Там они ее используют для развлекухи подъема в гору. У них есть такая развлекуха, кто либо быстрее, либо дальше проедет в гору. Там используют такие шины. Вот, мы связались с Custom Atelier во Флориде. Там, кстати говоря, заказывал такую же покрышку и Робби Мэдисон. Все эти переговоры длились практически полгода. То есть начали мы ее заказывать в феврале, и пришла она буквально, сейчас на дворе 31 июля, и пришла она буквально неделю назад. То есть полгода мы просто ждали эту покрышку, не знали вообще, как бы, ну, чем все это закончится, вся эта затея. В принципе, для окончания постройки проекта осталось разработать всего две системы. Первая – это аварийное глушение двигателя. Когда что-то пойдет не так, и мотоцикл начнет тонуть, мотор должен остановиться. И вторая система – это надувание специальных аэробоксов, которые будут расположены вот здесь на баке. То есть то же самое, когда мотоцикл начинает погружаться в воду, они будут автоматически надуваться и не давать мотоциклу тонуть на глубину. Вот, то есть сейчас эти две системы в заключительной фазе, поэтому как только мы их сделаем, первый этап проекта будет заключаться в том, что мы будем топить донора. Скорее всего, это будет либо альфа, либо какой-нибудь тяжак русский, не знаю, пока еще думаем. То есть, ну, мы на него прикрепим тупо, разгоним всю воду и вот это, посмотрим, насколько все это будет работать. Если все нормал, тогда мы уже на гидрокаве приезжаем на первые тесты и пробуем уже прохватить на ней по воде. Сразу хочу представить главного механика проекта, а в дальнейшем мастера, моего хорошего друга Данилу. Также отдельный респект хотелось бы выразить мотоателье Mad Custom за предоставленное помещение и сервисное оборудование. Так что, друзья, следите за проектом, подписывайтесь на наш инстаграм. Всем мир!